мне хочется отдать должное мужеству наших игроков. Мне хочется поздравить футбольный клуб «Тамбов» с предстоящим выходом в премьер-лигу. Ну и так как складывается турнир, для нас каждое очко важно. Как складывалась игра, мы удовлетворены тем, что взяли это очко. При этом мало дали создать моментов у своих ворот. И сами в той ситуации, когда оказались в меньшинстве, смогли что-то создать, и наши моменты были, может быть, даже более яркими.